Последняя ситуация, произошедшая в московском метрополитене, погибло большое количество человек. На мой взгляд, категорически неправильно периодически увольнять директора, допустим, был уволен директор московского метрополитена. Не стоит увольнять людей, а скорее дать им возможность усовершенствовать то самое метро, выделив финансы, определенное количество финансов из госбюджета, которое, как правило, выделяется, мне неизвестно, куда это все, в какую яму это все проваливается. Потому что метрополитен у нас в ужасном состоянии. Как, соответственно, мы говорили об инвалидах ранее, никаким образом это не совершенствуется, и это будет происходить дальше. Увольнение сотрудников, ну хорошо, да, был уволен директор метрополитена. Разве это каким-то образом поможет усовершенствовать нашу технику, чтобы защитить наших граждан от безопасного передвижения по стране и по Москве, по городу?